Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, он достаточно неопределен, не точен. Вы говорите о том лишь, что в свободное время занимаюсь, чем могу, делаю все через силу, не хочу работать, ужасное настроение. Не могу побороть это, уже месяц схожу с ума, что делать. Ну, давайте мы с вами посмотрим на эту ситуацию, как я надеюсь, немножко под другим углом. Под другим углом. Вы изначально сказали, что переехали в другой город. Да, вот вы пишете, что переехал в новый город и познакомился почти сразу с одной девушкой, у нас начались отношения. Виталий, вот я не думаю, что переезжая в другой город, вы рассчитывали познакомиться с девушкой. И я не думаю, что вы знали, что вы познакомитесь с девушкой. Да, так получилось, это прекрасно, но я думаю, вы не знали. Если вы не знали, то, соответственно, вы, наверное, рассчитывали на что-то. То есть вы для чего-то решили в город переехать. Я думаю, что вряд ли решение о переезде в другой город было продиктовано надеждой на то, что вы встретите девушку и построите с ней отношения. Я думаю, что дело немножко не в этом. Но получается, судя по вашим словам, что в этом. И это странно. Потому что как бы получается, что вы ехали вы ехали в город за одним, а получив другое, ну, условно говоря, получив как раз вот отношения с девушкой, вы очень быстро это заменили. И замена оказалась необратимой для вас, в плане того, что кроме нее вы так ничего и не нашли для себя, кроме девушки, с которой вы познакомились случайно, вы так ничего и не нашли. Для себя ни в городе, ни в работе, ни в чем, ни в чем. Понимаете? И я бы сказал, что в какой-то степени это вот проблема, с которой вы столкнулись, это так, проблема, она ну, была с вами еще раньше. Вот. То есть эта проблема, она
была с вами еще, когда вы только собиралась переезжать в город. Вот. Я не знаю, в курсе вы или нет, да, осознаете вы это или нет. Но тонкость здесь в том, что вот эта проблема, она с вами изначально. Не только сейчас, когда у вас есть какие-то вот, ну, сложности там, значит, сложности с девушкой. Вот. Понимаете, да? А и раньше тоже так, так было. Вот. Просто сейчас это было себе знать в большей степени. Но если вы вспомните, если вы вспомните, я думаю, вы заметите, что и раньше у вас было такой вот что-то вроде голодания. Ну, что-то вроде такой пустоты, я бы сказал, которая мотивировала вас двигаться вот вперед. Мотивировала вас, значит, ну, изначально мотивировала вас переезжать в другой город, например, и так далее. Я думаю, что проблема в том, что вы не получаете удовольствие от жизни, проблема в том, что вы не получаете наслаждение от жизни, и так далее. То есть это вот то, на что я могу вам обратить внимание ваше. Искать возможности, искать способы получения удовольствия, вдохновения, радости. Это то, куда вы можете двигаться при желании своем. Конечно, при наличие такого желания вы можете в этом направлении двигаться. Но на данный момент это то, что делает вас, я бы сказал, наиболее зависимым. Потому что, по сути, девушка — это вот один единственный для вас способ получить какое-то вот наслаждение, какое-то вдохновение от жизни. Кроме этого, у вас больше ничего нет. Естественно, вы зависимы. Естественно, именно по этой причине, по всей видимости, вас достаточно сильно
травмировал расставание. Вот. Ну, помимо того, что это всегда травмирует, и как бы это, ну, я бы сказал, что подобное нормально, да? Вот. Ну, что подобное травмирует, это нормально. Вот. Но тем не менее, вот в вашем случае мне кажется, что изначально были трудности. Вот. И мне кажется, что работать нужно, ну, именно вот в этом направлении. Вот. Именно в направлении поиска, значит, того, что вам хочется. Направление поиска того, что вам нужно, ну, того, что может вам ну, давать наслаждение, вдохновение, радость и так далее. Вот. Это, мне кажется, то, что может стать предметом психотерапии. Например, да? Допустим. Я не говорю, что это 100% будет такой историей. Я не говорю, я не хочу сказать, ну, наверняка. Но, на мой взгляд, это то, что может стать точкой отсчета для вас. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на вашу обратную связь.